И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон Серега и Чумной Доктор. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас 5 ночей с Кэнди. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Карта новая, будем вам показывать. Серега у нас будет аниматроника. Если упьете и кушаете, приятного аппетита. Так, что у нас тут? Кстати, прикольные картинки, да, висят? Смотри. Да, это Кэнди, да? Котята, ну да, какие-то, кошки. Ну, вроде как, да, Кэнди. Ну, во, а здесь какой-то прикольный Кэнди, смотри. Так, карта... На мартыху похож какой-то, смотри. Я там что-то вижу. А, я вижу, ну, туда полететь нельзя. Классно сделал разработчик. А, это отражение, Димас. Ну да, я когда ж человек повелся умный. Во. Стоят, красавчики. Кэнди находится здесь. Аниматроники даже сюда прибрались уже, а? Ну. Так, кто у нас на сцене? Никого, тут Фокси должен быть, а Фокси нету. Во, прикольно, Димас, здесь эндоскелет. Это типа кладовка, прикольно. Плюс прикольно. Штраф. Это даже не кладовка, а мастерская, может? Прыгай по мне тут. Да, ну я бы с удовольствием, просто там еще один челик. Надо всем прыгать по башкам уже. Зайдем, посмотрим. Так. Да, это мастерская наполовину. Блин, ну не знаю, карта новая. Ребята, напишите в комментариях, как вам карта. Карта новая реально, ну карта. Ни разу мы не записывали. Да. Свежак, 2016 год. Свежачок. Ну, свежачок, да. Для так, нас, в да. Общем, у нас двери-то есть, чем закрываться. Так, я два посмотрим, что... Опа, в дверях даже ока нету, как мы будем знать? А вот эта штука не открывается, металлическая? А давай попробуем ее удалить. Нет, эта штука не удаляется. Электроник. Так, закрывай. Там... Уже ночь началась, Серега. Все, мы поняли. Так, а можно, знаешь, что, РТ-камеру поставить? Да, кстати, я видел по карте вообще очень много камер, что их нельзя клацать? Ну, правильно. Ну давай, Димончик, поставь туда пару РТ-шек. Че, как они называются? Давай. Так, кто там? Димончик. Сейчас я тут выбираю. Здрасте. Телевизор. Где-то давай, новый телевизор. Да, все нормально. Ой, тут убираем. Оп, слышишь? Чё слышал, ты, слышал. Чё ты мычишь? Мычалка. Ушел. Хватит ты этим заниматься. О, смотри, я его зубы вижу красивые. Сразу видно, чистит. Чем ты там чистишь? Короче, зубной пасты какой-то крутой. Какой-то углем. Отбеливающий. Так, ничего не жмется, ну. Хотя бы какие-то кнопки. О, Димончикс, красавчикс. Давайте сюда прям. Так, вот так, пойдет. Видишь, у телек у тебя классный. Обзор 180 градусов, молодец, Димон. Хороший лотелек купил. Да, вообще. Слышишь? Отлично, сейчас. Ты кто там? Впихнем, смотри. Чё ты тут ходишь без спросу? Уйди отсюда. Так, кто там шипит? А, я знаю, это кому можно в глаза посветить, и он типа испугается. Да, это этот Фокси. С этой стороны камерку поставлю, отойди. Давай. О, идет! А я иду, и иду. Димона убивать. Да нет, другую, Димона, не Димаса. Другую, ты бери. Другую дверь открывайте. Нет! Да почему? Что он вас сделал? Ах ты жирный! Я думал, я сбегу. Так тебе и надо, зажало тебе в дверях. Очень хитрый. Хитрый жук-паук. Так вроде ходил и зашел. Это шкатулка. Открывайте хату, быстрее. Это ты там щемишься? Да. Так кто-то жмет дверь вместе со мной. Хай. Это закрывай. Смотрите, у меня две камеры, видите? Раз, два, раз, два. Раз, сели, стали. Балунбой, улыбнись, тебе идет. Hello. Мы тебя видим в камерке. Так, а кто дверь... Тихо, он сейчас зайдет. Не открывай. Так, не уходит, дури. Уходит. А нет. А то нас укусит. Че ты шары там свои нам... пхаешь? Выключать электричество. Так, я шкатулку слышу, теленькает. Оп, смотри, эту дверь закрыли. О, давай вообще позакрываем двери. Я тоже так там закрыл. Мы эти закрыли. О, Димон, давай как в той серии я сделаю сейчас, стой. Как? А я не буду говорить специально. Я тебя понял. Так, вот, давай, Димас, пока у нас есть время. Красавчики. Ты? Да, пойдем. Да, Сережка! Закрывай двери. Да, блин, мина сработала, меня убила, я испугался. Это Вильям Афтон пришел. Ну, Вильям, он жрет мой труп, бейте его. Блин, новые ноги. На, мочи. Смотри, хотел забежать. Не открывай. Какую тебе пиццу там за окном? Голос такой прикольный. Кто-то озвучивал, молодец. Это я. Это ты? Эй! Блин!
Так он у вас в каморке сидит? Нет, он ушел. Открывайте дверь тогда, что вы Открываем. Закрыли тут. Вот видите, я что делаю тут, смотрите. Так, Миш, мины ложишь. Когда мины ложатся, как будто я пепси открываю. Да. Такой звук газировки открываю, короче. Так, Димыч. А, пришел, закрывайтесь. Он приперся. Смотрим камеру, смотрим, смотрим. Так, так, так. Смотрим. Ты там ничего себе, ты себе там сделал. Нормально, да, я его там устроил. Боится, засал, засал. Через другую сторону Димон пошел. Включай с той стороны камеры. Прожигают человека напополам. Да не, там такой взрыв будет, что и мы еще умрем. А ну, Дима, с правой стороны клацни камеру. Давай. Во-во-во, ну давай тут посмотрим. Не, у тебя поярче будет. У меня так просто чисто поржать. О, опять идет. Че, мало что ли тебе? Ну-ка давай. Думай, думай. Ого, надумал. Прям жахло. Че, ему ничего нету? Че, крепкий сильно мужик? Ноги крепкие, да. Пацаны, я вспомнил. Смотри, смотри, глазища какие. Давай, кидай, кидай, кидай. Туда, давай, я тебе помогу. Там у меня больше нет бомб, я готов взорвать их, когда он будет там. Он идет через эту сторону, наверное. Так, 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 не, нет. Не, не, опять не. Через мы, эту. Мы камеру-то смотрим, Серега. Серега, аниматроник, мы камеру смотрим. Классно, что можно камеры, да, ставить? Конечно, да. Конечно, да. Ух! Блин, что-то я думаю, что моя штука... Ой, просрала. Так, не стучи в двери. Двери очень крепкие. Я пошутил. Смотри, не надо так делать. Я знаешь, что хотел? Его дверью прихлопнуть. Он, давай сейчас уйдет, я пожертвую с собой. Дима, давай попробуй меня в двери убить. На, ПГшку его. А ну-ка, прихлопни меня. Ай! Ой. На, по башке тебе. Оно срабатывает, когда на башке касается сразу. На гранату. У меня кепка волшебная, охранника. Короче, давайте я вам гранату кидаю. Давай. Давай, Димончик. Он у нас в хате. Какие хаты? У нас здесь он... Да нету его у нас, я бы фонариком его увидел. Нет, он орёт здесь на дверь нашу. А, он пришел. Какашкой кидаю с него. На. На тебе, говняшкой по жопе. Спалил меня, засранец такой. Ладно, у меня есть электричество. Сейчас тебя на электрический стул поставим. Ой, уходи! Ой, я гранату кинул, пацаны! Спасибо. Блин, ума нету! Нормально. Чё ты ржёшь? Уходи! Уходи, уходи, уходи! Блин, по голове кому-то дал гранаты. О, как ты нормально там мне снёс, ты хпшку. Неплохо, неплохо. Давай проверим, что там на улице. Я возле тачки здесь тусуюсь, лети ко мне. Давай, давай, давай. Вот охранник со мной берет дубинку, короче. Машина какая-то поцарапанная, прям когти на капоте. Это пасхалка, по-любому. Ручки открываются. Да когда я меня-то увидел? Так, там какая-то штука, я ухожу. Электричество. Нет! Ребята, если вы хотите, чтобы на этой карте записали мы прятки, пишите плюсик. Или мы хотим. И ставьте лайк. Так, у меня есть... Стреляй по нему! Мочи! Сейчас я на железо перепилю, понял? Пили, пили! На железо его. На металлолом. Дадим тебе. Ладно, металл из тебя не очень, конечно, никудышный. Сейчас я приду. Мы сейчас тебя попугая запустим, хочешь? О, Димас, ты с атомной бомбой, да? Нет, пошёл? Нет, нет. Марионетка! Попугай, попугай, пошел, попугай, давай за родину. Родину попугайскую. Он с другой стороны пошел. Так, я разозлился очень сильно. Как бы так стрелять, чтобы живым остаться, а? Вот, супер базуку надо делать. Так. Вот ты засранец, чтобы живым остаться, а вы что тут даже... Вот. Неплохо мне влепили. Атомная бомба. Я живой! И, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!